Все, что нажил непосильным трудом, все же погиб. Присмотритесь, а ваша дверь может защитить квартиру от воров? Сегодня мы расскажем, как выбрать правильные двери, которые смогут защитить и вас, и ваше имущество. Первое, о чем стоит спросить у консультанта в магазине, какой класс защиты от взлома? В Европе существует рекомендательный стандарт Prevention of Crime – препятствие преступлению. Этот стандарт рекомендует выбирать двери любого производителя, но испытанные в лаборатории на взлом, не ниже 3-4 класса. Подтвердить эту информацию может сертификат. Если его нет, двери в таком магазине покупать не нужно. Если предъявили, обратите внимание на верхнюю строку. Именно там написано, какие перед вами двери. Существует понятие противоударные двери и взломостойкие. Вы, допустим, как потребитель, можете не заметить разницы, но противоударные двери – это которые испытываются только на пожаростойкость и которые не испытываются на взлом. А взломостойкие двери – это те, которые испытываются на взлом, и в зависимости от времени, которое они выдерживают при взломе, им присваивается тот или иной класс. Речь идет о вашей безопасности, поэтому при желании можно проверить и подлинность сертификата. В углу внизу указан телефон, по которому можно позвонить и узнать, действует ли такой сертификат, настоящий ли он, и также проверить на сайте. Обратите внимание, внешне противовзломные двери выглядят как обычные. Весь секрет в конструкции. То есть, когда вы открываете дверь, вы уже сразу чувствуете, что эта дверь сделана не из жести, не из пенопласта. В ней применено много металла. Средний вес для грамотной двери составляет порядка 150-170 килограмм. Иногда и 200. Толстая сталь, негорючий утеплитель, декоративная обивка. Хорошая дверь отечественного производителя обойдется вам примерно в 5000 гривен. Импортная дороже. Если вам предлагают дверь за 2000 гривен, даже не надейтесь купить что-то хорошее. Да, вот какую бы вам акцию не придумали, это ерунда полная. И помните, выбрав надежную дверь, обязательно купите также надежные замки и защиту. Только тогда за вход в квартиру можно быть спокойным.